как лежу, это вообще-то Wi-Fi просто ураган какой-то. Да, чего теперь я с ним Wi-Fi снимемся, такая жизнь недовольная. Фиг себе, а? Ну и дела. Охренеть, кажется, меня в заложники взяли. Интересно, не надругаются? Не хотелось бы. Телефон, кстати, дубина выбросил. Эх, маленький совсем был. У меня же ноутбук с собой. Надо побыстрее, быстрее прорваться. Ой, ну хорошо все-таки, что твой фиксер может быстро-быстро бесплатно присоединиться. Так, в первую очередь, их так еще клево. Так, елки-палки, куда он так несется? Я до сети не могу, не успеваю присоединиться. Эй, ты там в кабине нельзя ли помедленнее? Не дрова завезешь, чай. А ну дай сюда. Сидит. Эй, ну ты, урод, полегче! Больше мне тут орать, голову оторву и собакам выкину. Вот ты бездельник. Эй, а ты куда вот с моим ноутбуком-то? Ты поосторожней с тобой, он тут старый у меня. Ну что, записывается? Мы, значит, это, требуем полной независимости Мухосранской области, а также миллиард мелкими купюрами. С половиной. Ну что ты с половиной-то? Заткнись, чучело. Не, ну так же круче звучит. Да нифига круче не звучит-то. Я тебя умоляю, заткнись, тебе говорю, елки-палки. Эй, ну ты что со мной это? Ты что тут в моем ноутбуке-то делаешь? Ты только смотри, мои фотографии там не удаляй. Заткнись ты. Хулинка какая-то. Ну что я делаю-то? Хочу, то и делаю. Ой, я вот хочу это на видео выложить в YouTube с твоей мордой. А сейчас какой-то засада с этим Wi-Fi страшно просто. Включи Wi-Fi, дуралея. А чё это? Чё я тебя учить буду ещё, что ли? А чего это? Чё это такое Wi-Fi? Да это, понимаешь, такая штука, чтобы Wi-Fi подключаться и свой Wi-Fi людям продавать. Конишь? Чё, правда, можно прям свой продавать за деньги? Нет, блин, за ковришки. Дятел. Это, понимаешь, клювая, кстати, такая бесплатная, даже бесплатная, там вообще такое, без какой-то подставы. О, ну чё, клёво. Ну ты давай это, на центральный вокзал, как раз на первом там это этаже, тут у приезжих каждый день тонны, и всем подавать срочно Wi-Fi. Где скачать-то эту, говори, программку? Ты лучше дай мне сюда ноутбук. Сейчас, быстренько настрою, так. Ну вот тупой, вообще обалдеть. Это ж надо быть таким доверчивым. Срочно всем шлю соц в Твиттер. Ну что, ты установила там уже этот Wi-Fi-сер? Да сейчас, погоди. Будешь торопить, людей развеселишь. Так, копирую, ага, в ЖЖ, еще в Фейсбук. Во-во-во, ты что это, что там трудишь-то, а? А ну дай сюда, ну куда ты? Ай! Когда же это закончится, а? Куда ты меня ставишь? Ну, так зайди, тебе говорят. Придется в угол удирать из-за тебя, дура. Вот прилетим, я точно над тобой надругаюсь. Вот не хотела, теперь точно надругаюсь. Ну чё, когда ты тут снова будешь надругаться-то будешь-то, а? Ты чё, не терпится уже? Порозок, блин, больной на всю голову. Да иди ты. Хотя я тебе действительно скажу, тут рыхнуться можно с этими ценами на роулинг. А ну-ка вспомни, что я тебе говорила про Wi-Fi-сер. Что бесплатный, правильно, а еще что? Ну, что каждый может свой Wi-Fi продавать. Ну, это-то да, не важно сейчас-то. Не, погоди, кстати, вот с Wi-Fi продавать можно, да? Но если еще друзьям будешь продавать, ну тогда вообще будет миллион. Я вот смотрю, вот с этим интернетом как раз интереснее. Эй, Газил, ты забирай это, как его... Соберись, времени так выкупил меня, он забыл уже, что ли, а? Услышь, ты застанет от меня? Вот с этим как раз Wi-Fi, куда проще, интереснее, чем с тобой пищалкой. Ну ты что ты делаешь-то? Ты ж меня в заложники взял, забыл уже, что ли? Слышь, да иди ты отсюда! Ну я независима же, а Мухосранской области как же? Проваливай отсюда! Саноза ты в заднице, проваливай отсюда! А домой как же я доберусь-то, а? Пешком, что ли?